В мужском турнире примут участие 89 участников, в женском – 41. Играют все ведущие бильярдисты. Никита Левада, Владислав Осьминин, Леонид Швыряев, Сергей Тузов, Александр Чепиков, Эдуард Галиянц – чемпионы мира. Честно говоря, год не выступал нигде и приехал сюда защищать титул. Ну, потому что не каждый раз выигрываешь чемпионат России, а титул, так как я действующий, надо приехать хотя бы из уважения ко всем остальным спортсменам. Александр Чепиков в прошлом году на чемпионате в Иркутске стал победителем, а еще раньше, в 2012-м, лидировал на чемпионате мира в киргизском Бишкеке. В Сочи он приехал в первый раз, и, конечно же, в олимпийской столице у него цель одна – подтвердить действующий титул чемпиона России. Здесь же совсем молодые звезды, динамично, успешно они стремятся повысить свое бильярдное мастерство, на этот раз в комбинированной пирамиде. Комбинированная пирамида, она играется одним шаром, вы видите, вот биток желтого цвета. То есть, когда спортсмен забивает его в лузу, он его достает, снимает себе на полку один из белых шаров и продолжает играть из дома. Это так вот, есть линия, прочерченная через первую точку параллельно короткому мячу. Вот. Кто первый забивает 8 шаров, соответственно, выигрывает партию. Представлено на чемпионате 37 регионов. Партии продлятся 5 дней и завершатся 11 февраля. Из числа победителей будет сформирована сборная команда страны, которая будет представлять Россию на чемпионате мира. Он пройдет в марте этого года. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.